как давайте сделаем. Давайте я спою вторую песню, которую хотел. Я посвящаю всем нашим бардам, потому что они пишут песни, сочиняют стихи в непоэтическое время. Называется она «Песенка о поэте Рябье, который живет в непоэтическое время». Вот это да, 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 да. В одном заброшенном дворе, у стройки на постое, репейник жил на постере, во время непростое, и всем, кто у него бывал, и низеньким, и рослым, свои рябьи он раздавал, как будущие звезды. Доверчивый бутон, репей звездою среди тьмы, цветет для всех влюбленных, в цветках разлитый фиолет, днем делает искриться, так бледный мрак и бездны свет, вы светлые лица. Но странным кажется ему, он любит всех и очень, а сам не нужен никому, ни днем, ни даже ночью, под небом из брюхатых туч. Он невезучий, что же, как бомж небритый стал колюч, и пристает прохожим, как бомж небритый стал колюч, как бомж небритый стал колюч, как бомж небритый стал колюч, и пристает прохожим. А зачем? А чтобы не забыли, как любить, каковы глядят цветочки. Пока мы строим дом, где жить, пока растут садочки, пока мы строим дом, где жить, пока взрослеют дочки, пока мы строим дом, где жить, пока растут сыночки. Ba-da-b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 a-